Площадь Тысячелетия в этом году снова станет местом встречи ветеранов, участников Казанского парада Победы, зрителей. Здесь сойдутся 2000 артистов и столько же военнослужащих. Впервые в рядах военной техники появятся легенды – «Катюша» и танки Т-34 и ИС-3. Их восстановили в Казанском танковом училище. Были получены эти корпуса, они были поставлены на ход, по сути дела отремонтированы, и они сейчас находятся, не в боевом состоянии, а они могут перемещаться. 9 мая казанцев ждет большой праздник. Все начнется с 8 утра с возложения цветов на воинских мемориалах. В Парке Победы снова прозвучат мелодии музыкальных фестивалей школьников и ветеранов. Большой концерт в обед начнется на площади Тысячелетия. Сюда же в 3 часа дня от Аграрного университета двинутся участники акции «Бессмертный полк». В этом году ожидается 120 тысяч участников. По традиции в 10 вечера казанцев ждет праздничный салют. День Победы на особом счету в череде тех праздников, которые мы традиционно отмечаем у нас в стране. У нас меньше тысячи, к сожалению, осталось участников войны. Каждого вы знаете. Просьба окружить вниманием, заботой, теплотой, уважением в эти дни. В квартирах 23 одиноких и нуждающихся ветеранов сделают ремонт. Обновят и улицы, названные в честь участников Великой Отечественной войны. Так новый асфальт появится на Олега Кошевого, маршала Чуйкова, Симонова. А уже завтра в Казани стартует всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Дмитрий Айригин, Андерсен Тальцев, ТНВ, Казань.